Запрещено для детей. Я много часов провел онлайн, просматривая сайты и рейтинги квестов. Нас больше нет ни в одном топ-листе. Ты знаешь, мы больше не в тренде. Я ищу что-то необычное, что добавит острых ощущений. Это шкатулка череп. Одна из самых опасных вещей в мире. В этом месте могут происходить страшные вещи. Правила квеста очень просты. Вам нужно найти ключ, чтобы открыть дверь и выбраться. Как только дверь закроется, вы в игре. У шкатулки есть история. Мрачная история. По легенде, она таит в себе демоническую сущность. Все хорошо, пока шкатулка закрыта. Не открывай ее. Никогда. Что бы ни происходило, не позволяйте ему добраться до вас. Я пытаюсь! Мы все умрем! Мы не умрем! Мы не умрем! Они спасут, они должны! Ты готова умереть здесь? Я буду бороться до конца! Настоящее зло вышло наружу. Некоторые люди принимают это, некоторые нет. Выбор за тобой. Квест.